Я что-то вот, мне кажется, нового рейтинга две жизни, так что нормально. В этом плане преимущество Вичи Гейминг есть, безусловно. Или кто-то заберет Аеги сразу. Вот что мне подскажешь сейчас, смотри. Брейв на Чена, очень круто, если убьют быстро. Но как-то он быстро не особо получается. Чен нажимает Меку. Парни, добейте его. Почему все игнорят Чена? Не позиции. Да, убили, он без байна, он уже все кнопки нажал. Хукшот мимо, ошибается. В Cold Embrace клоп не попадает. Брискин потерял первую жизнь. Встает, получает баш. Эрика, нужна помощь. Как же тяжело Брискингу. Просто один, как ты говоришь, мне позиции. Мне позиции, да. Гейминг нужно будет фантазировать, как минимум выиграть время. Ну, да. Лина, урон, подпишка, посмотрите, если успеем. Что-то вообще по урону было. Ну да, по урону, видишь, вообще как-то не густо. Вичи Гейминг не вливали урон, в принципе. Там, конечно, там мистер Зайс потом расскажет, потому что мы не видели нижнюю часть файта. Тут клон врывается на их, кстати. Ой-ой-ой, ну Лагуна, клон убили мгновенно. Виверна не успевает курсу, да, просто крит залетел от Пашки. Ну и Марс один на двойке. Выкидывает фантомку, но он один. Он один. Брискинг качает просто. Забавно, хекс сделать себе баб. Нашли, кто хекс будет покупать. Раз не Лина, раз Лина чисто выходит фулл урон, да. Марс. Да. Контролер. Что она после станика возьмет? Будет ли это дагер? Будет ли это пика? Ой, хорошо, вилка! Выстрел! Стреляет, попадает в Viper Spirit, он нажимает ПКБ, хендовган пытается перейти на ремнанты. Параллельно умирает Лина, очень быстро, фантомка врывается, больно. Криты полетели, ну и Марс, наверное, не уйдет. Там все-таки уже баш есть, прыжок от фантомки, да, Марс умирает. Минус 4, вполне реалистичен сценарий. Янг 1, минус 4, на одного клока. Пойти откушать Ли. Астер Арес нажимает смоук сами. Ой, интересно, как может быть. Фантомка первая. Видит, что Лина станет крипом. Выгоды позиции. Неточная. Брейв от Эмпера просто полетел вперед. Получил хекс. Брейв на Худвинг. Худвинг хватит Cold Embrace. Урона должно хватить. Хватает магического урона. С ремнанта добивает Худвинг. Она с байбеком. Шот. Брейв на Лину. Лина ПКБ нажимает. Гост от Клока. Клок очень долго будет жить. Hand of God. Брейс Кинг стоит на месте. Станет Клока дополнительно бластом. Клока. Ой, как же долго избивает Hand of God от Чена. Ну и принимает через хекс. Больно фантомки. Фантомка в хексе встанет! Умирает. Умирает. И, знаешь, у меня это не вызывает удивления. Мы с... Бластер Ариас. А Вичи Гейминг надо будет за этим смотреть внимательно. А то Т4 начнет падать. Но пока падают Т3 у самих Астер Ариас. Фантомка с байбеком. Пока смотрит ПКБ. Клок врывает. Потом наступает тут же. Но пытается убить Лину. Можно убить Лина. На один удар остается минус Лина. Она с байбеком на стрелами. Может быть, стоит ли это? Непонятно пока. Нет, массовый телепорт. И Вичи пытается уйти. Но не уйдут. Слушай, вопрос. Ты удивлен? Конечно нет. На таймере 47-я, а игра будет идти 60. Я просто видел, что так будет. Брали вторую линию. Ну теперь у Лины нет БКБ. Можно пойти дефти Рошана. Фантомка леслится. Да, летит же Чен заранее. Но он не успеет, фантомка. 5 секунд это очень много. Ролентандера нет. Ролентандера тоже нет. То есть только Клопчи сможет ворваться шедеврально. Но тут закрывает проход со всех сторон. Не сможет. Ракета прилетела. Парни, ну заберите шмоточки. Огони, брызгик, магич. Кекс, но у него очень много защиты от урона. Куда Брейс. Эмера принимают больно. Минус Эмер Спирит. Он с байбеком выкупается тут же. Возвращается Дракс, он нажимает ПКБ. Курса. Просто оставить Эмера без ПКБ. Букшот не точный. Массовый телепорт. И Виверна не успевает уйти. Уже плохая новость. Виверну примут. Но из хорошей новости для Вичи Гейминг. Три игрока живы. Аегис пропал. До Рошана, правда, еще, конечно, долго. Но похоже, можно рандомный килл сделать. Лину заметили на доли секунды. Верно показал. Лок светит. Шот, брейв на Виверну. Продолжит. Да, покатился по галере. Виверну можно убить, но она уже должна быть байвека. Виверна живет. Там дух работает. Еще можно и курсу дать. Но пока Виверна смотрит. Курса по галера. Работает туда же Эмбер Спирит. Отступает Лубинг. Ну, неплохо, пока ауру Брискинга работает. Старт лиры по двоим зарабатывают айдис. Копье по галере, рефреш от Эмбера, еще один айдис. Уходит Эмбер из драки, погоня за ней продолжается. Принимает Худвинг, появляется дух. Худвинг нужно работать, не забывать. Худвинг стоит, по-моему, апка, этот дух нужно бить. Вот как-то. Лина в Cold Embrace. Лина одна против всех, пытается помочь Брискинг. Фантомка бьет Лину, летят баши, полетели крики. Убирает Лина. А Лина сейчас что-то стреляет. Она стреляет, только он куда стреляет? Только что Клок убить, ну хотя бы хоть кого-то сделать. Да, убивает Клока, выкупается Лина, выкупается Худвинг сразу же. Снизу там Чен работает крипами, очень много крипов приходит на базу. Пангич, Ролентандер, успел, Март будет прыгать, есть привязка. Прыгает Брызгик, один удар уже сделать. Копье, есть этот удар. Я огромный ключник этот. Бедно.
бегает. Ну, не знаю. Чем топ ломает пока банк. Да. Это самое интересное. Пока эти драки должны просто оставались максимально много времени выиграть, пока Чен идет в сторону дрона. Потому что Бендорг про так же выключается. Мы смотрим за этой дракой. Блок избивает. Нам нужны срочно камеры на трон команды Вичигеймер. Потому что это самое интересное. Трон Вичигеймер. Клик нажимается. Работают крипы. Появляются 4 некра. То, что драки происходят, вообще значения не имеет. Покажите вопрос. Трон. Летит туда как минимум один герой, но этого мало, белки не хватит. Трон падает, Чен работает, Деград Изолятор домой. Вичигеймер проигрывают.